Сегодня 26 сентября 2024 года, вторник. И вот через 2 дня, послезавтра, уже уезжают гости наши. Торопимся. Картошка убрана, теперь морковка. Они еще неплохая морковка, просто хорошая. И вот я зайду с этой стороны. И вот рядом видно, что это комогориха. Вот тут выбирает Марина. Как у тебя фамилия-то? Калинкина. Калинкина, да? Да. Ну и все, с Богом. Вот тут Пахматов, Георгий, Володя. А там Грибанов Иван. Мисс Ольга Матина. Надежда. Макаров Михаил. Это Володя на своей машине. Это я, Лапкина Люда. А, хорошо. Вот она какая. Вот она, сколько. 3 грядки такие, вон она где. Это я перешел на другую сторону. Снять, чтобы... Вот так. Золотая осень. Левитана, поневое. О, вот сколько, считай, тюков. Это... Смотри, какая. Человек держит коров. Вот посчитай. И они сколько здесь? Внизу 3, 2, вверху 1. Ну вот в 1 это сколько? 5-6. 6. Умножай на это. И у батюшки. Богатая земля. Богатая. Просто супер. Которая поврежденная морковка, берите ее отдельно, чтобы нам туда взять ее. Это не поврежденная. Порезанная. А это хорошая. Ну, это можно взять. Я ее буду мыть. Не мыть, а что там? Снимать верхний слой. Нож боком держишь, когда поскоблить. Вот это дом хозяина. Но работник хороший. Работает. Все, есть жена учительница. Он диакон. Ну, правда, затруднения тут с этим делом. О! Вот отсюда, если смотреть, покосившись за лет, вот, клен, все задушил, под ним ничего не растет, его надо убирать весь. Клен, вот какой клен. А тут крот. Появился крот и испортил всю почву. Надо что-то решать с ним. А как решать? Капкан. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 21 куча. Ого-го. Это вот домик называется саманный. Господь милующий. Вот собрали чечевицы или что тут лежит. Вот так. Это вот брат вылил такие кольца железобетонные. Это сестра уезжает, сын приехал на машине, дом продала. Уезжает, что есть. Вот золотая эта осень какая. Это вот Потеряевка. Вот этот домик хороший. Перекупили тоже. Был милиционер, подполковник.
помер внезапно. Причина есть. Все.